Суббота, выходной день. Продолжаем наше путешествие по Подолу. Киев. Суббота, 27 июля. Все отдыхают, но шум музыки перебивает работу генераторов, так как отключили свет. И пока светло на улице, все отдыхают на улице в таких летних кафешках. Жарко, очень жарко. Много красивых кафешечек, магазинчик вообще. Очень красивая улица. Очень красивая улица. Петра Сагайдачна. Сейчас это так называется. Да. Ну, нет, почтовая. Почтовая площадь.